Футбольная лихорадка захватила и заводы. Сотрудники Челябинского металлургического комбината разбили клумбу в виде футбольного мяча и выставили ее на конкурс «Цветущий комбинат». В творческое соревнование по ландшафтному дизайну включились работники других цехов. Подробности у Анастасии Плотниковой. Сотрудники одной из лабораторий Челябинского металлургического комбината выходят на прополку клумб в белых халатах. Это их обычная спецодежда. Цветочную композицию в этом году приурочили к чемпионату мира по футболу. Рассаду высадили по кругу. Петунья в центре символизирует футбольный мяч. Мы приходим сюда на работу, что ЧМК у нас родной второй дом. Наш цех находится около центральной проходной, и в основном вся масса людей проходит через нашу клумбу и любуются ей. Гордость цеха ремонта металлургического оборудования – авторские арт-объекты. Над циферблатом высотой в 5,5 метров трудились 2 года. Здесь нашли отображение главной вехи истории комбината. В планах добавить триколор и подсветку. Свое творение авторы пока держат в секрете, а вот попугаи и железный человек уже снискали популярность. Эти экспозиции у нас появились 4 года назад. Это у нас слесарь. Универсал, а в Новый год мы его наряжаем Дед Морозом. Он у нас такой местный Дед Мороз. Виталий очень вспоминает, когда устраивался на работу 20 лет назад, около цеха были одни сорняки. Сейчас территория утопает в зелени и цветах. Очень приятно, что последние годы, этот год особенно знаменательный. Когда появляешься на территории комбината, выходить не хочется. Все цеха поддержали эту эстафету, и каждый цех занимается озеленением. И вот все эти начинания по озеленению, благоустройству привели к тому, что на сегодня, если из города попадаешь на завод, на заводе гораздо чище и территория, и более ухоженная. Когда ты живешь в чистоте, в красоте, очень приятно. Есть на комбинате и специализированная бригада по благоустройству. Только в этом году заводские агрономы высадили 28 тысяч цветов. Это 2000 квадратных метров клумб. В июне начинает как бархатцы свисти, до поздней осени они цветут. Георгины тоже цветут, начинают, но они чуть попозже бархатцев начинают, но тоже до осени цветут, поэтому как-то так. Петунья, она цветет, как начинает, и цветет до заморозков. Специалисты по озеленению рассказывают, что весной, пока не настало время однолетних культур, территорию ЧМК украшают цветущие яблони. Их на комбинате целые аллеи. А еще здесь очень чисто. Смело можно ходить хоть в модельной обуви. Анастасия Плотникова, Дмитрий Абрахин, ОТВ.